Космодемьянская – это первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной. Имя легендарной девушки, погибшей в самом начале затяжной войны, но оставившей яркий след в истории государства, в советские годы помнил абсолютно каждый житель страны. Со дня Великой Победы прошло уже 7 десятилетий. Интересно, сегодня помнят Зою Космодемьянскую? Я в старой школе училась, при старом образовании. Героев-комсомольцев мы еще как бы изучали. Были партизаны, или как они у нас назывались раньше. Но... А она кто? Зоя Космодемьянская, ну тоже партизанка, наверное. Ну, Зоя Космодемьянская, герой Великой Отечественной войны. Насколько помню, она медиком же была. Значит, раненых выносила. По-моему, была она разведчицей, и что вот ее пытали немцы. Погибла она очень там тяжело, в муках там. Но смогла тайну свою не открыть никому. Вот у меня дома есть книжечки, там пионеры-герои. То есть я стараюсь, чтобы дети мои знали. Свой боевой путь 18-летняя Зоя начала с диверсионной школы. Стала бойцом партизанской части Западного фронта. 18 ноября 41-го группа, в составе которой была и Зоя, получила задание сжечь за неделю 10 сел, в том числе и деревню Петрищево Московской области. Бойцы попали под обстрел противника, понесли тяжелые потери, но продолжили выполнять поставленную задачу. Подожгли 3 дома в Петрищеве, уничтожили немецкий узел связи, а вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай Космодемьянскую взяли в плен. На допросе Зоя назвалась Таней и ничего не сказала о партизанском отряде. Девушка стойко вынесла многочасовые пытки на морозе. На утро ее казнили. Все кончится хорошо. Обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Когда ее уже поставили на эшафот, да, надели петлю, она сказала, что можете меня повешать. Нас еще таких же 200 миллионов, и за меня отомстят. Звание Героя Советского Союза посмертно Зое Космодемьянской было присвоено спустя год, 16 февраля 1942-го. Позже в память о девушке на месте подвига и казни партизанки в селе Петрищево, а также на родине в Тамбовской области и во многих других городах страны открыли музеи. Имя Космодемьянской сегодня носит сотни российских улиц. Есть такая и в Абакане. Ее протяженность около 750 метров. Расположена в границах Саралинской и Челюскинцев. Пересекает Таштепскую, Чапаева и Аскисскую. Однако в 1952-м, именно тогда улица Зои Космодемьянской появилась на карте города, все было совсем иначе. Улица Зои Космодемьянской относилась к улицам в поселке Мясокомбината. Но как бы ни выглядела и где бы ни располагалась улица с именем героя, она всегда будет особенной, будет нести в себе частичку бесконечной истории Отечества. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия, События недели.